Так, дальше у нас сельский кубок. Три этапа. Поехали. Старт. Идеальный старт. Отличненько. Хорошо. Опа. Я лидирую. Первый еду. Вот это мне нравится. Это гаджеты. Вот это мне повезло с гаджетами. Слушай, очень даже повезло. Да, ребят, я помните, вам говорил, что у меня профукалась моя. Ну, профукался мой первый аккаунт, который я играл. Я много прошел. Но гаджетов у меня таких не было. Гаджетов таких не было у меня. А сейчас есть. Нечаянно даже открылись они у меня. Тут получается, можно открывать эти гаджеты, они не все открываются. А прямо удачно такие. Взял эти гаджеты. Оп-оп-оп-оп. Один бензин, спасибо. Но все равно машинку по-хорошему нужно прокачивать, ребят. Я хочу еще третий гаджет поставить. Самый такой, господи, магнитик. Это было вообще замечательно. Если у меня был бы магнит. Он бы был бы вообще прокачан. А надо посмотреть, кстати, есть вообще у меня магнит или нет. Может, у меня вообще магнитов нет. Так, дальше играем. Есть, идеальный старт, самое главное. Идеально стартовать. Кстати, там еще можно ракетку поставить вместо. Ой-ой-ой. Вместо магнита. Ставить ракетку. Куда идеальный старт, мне еще ракетка будет срабатывать. Тоже прикольно будет. Слушай, что этот автобус мне хочет обогнать, да? Куда-то финишка. О, финиш, финиш, финиш. Есть. Первая позиция. Мы заработали золото. Да, кубок. Кубок, золотой кубок. Чуть-чуть проехали всего лишь. И открыли новую карту. Ух ты, грязный ралли. Ну, поехали. А, нифига, там будет этот вонючий случай. Ага. Так, а что у нас там по деталям, я хотел посмотреть. Если у меня... А, у меня магнита нету. Понял? У меня нету магнита. Металлолом еще какой-то есть. Так, металлолом. Вы можете сдать ненужные детали на металлолом. Металлолом можно использовать, чтобы повысить уровень тюнинга любой имеющейся у вас детали. Ага, вы видите количество деталей, которые хотите сдать металлолом. А, детали для сдачи металлолом. Выручка от металлолома. Хорошо. Далее. А, сдача деталей металлолома займет определенное время, в зависимости от ее редкости. Существует максимальное число деталей, которые вы можете сдать металлолом единовременно. Металлолом можно использовать для кустарного производства отсутствующих деталей для следующего уровня. Понятно? А, вот у нас такой получится. Если, например, я хочу сдать в металлолом вот эту вот штуку, она мне нафиг не нужна. Эх, так, давай, металлолом. Так, 2 минуты 28 секунд она будет уничтожаться, типа, получается, да? А это что за скутер? Машина. Это что такое? Металлолом. А скутер тут при чем? А, нет, вот это на этой машинке. А это на скутере, что мы можем сдать металлолом. А это на автобусе, что мы можем сдать металлолом. А, например, вот я могу на мотокроссе вот это сдать, да? 18 деталек. Ладно, пусть пока вот эти 5 деталек ремонтируются, я не знаю, посмотрим, что это такое вообще. Самоделка 150 стоит, а я получу всего лишь 5? Блин. Фигня какая-то, этот металлолом ваш, я бы так сказал бы. Так, ну что ж, давай это сцепление повысим. Повысим сцепление машинки. Все. 93, мне нужно 106. Ух ты. Вот третий гаджет поставить, ладно. Так, сцепление дорогой мы, сцепление колесами мы улучшили. Не знаю, как это повлияет, а все. Может, нам надо будет потом проходить очень-очень трудную карту, как ржавый риф. Ржавый риф, она будет. Очень сложная карта, не знаю, как я буду проходить. Так, сцепление колесами неплохое. Вроде бы сцепляется. О, финиш. Готово, отлично, первое место.
Есть. А, интересно, очень помогает. Но можно будет еще движок прокачать. А для этого нам нужно будет денежки. Ладно. Как мы этой машинкой играем, ребята? Мы эту машинку, кстати, и прокачиваем. Причем максимально, сколько вообще у нас возможностей это есть. Будем прокачивать. А то дело. А вот эти мыши. Отлично. Все монеточки забрали. А дальше. Опа, идеальный старт. Хорошо. Стартанули мы неплохо. Теперь главное проехать. До конца. Лидирующая позиция. Опа. Да, движок мы прокачаем, обязательно. Движочек мы прокачаем. Оп-оп-оп-оп-оп, аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты чё переворачиваешься? Алло. Всё, финиш. Победа, победа. Победили мы. Давайте дальше. Посмотрим, что дальше у нас есть. А, третья катка. Блин, я не знаю, что покупать. Почему-то я думал, что... Уже третья. Ну да ладно. Какие-то новые эти поставили, не знаю. Какие-то колеса. Ох ты, машинка, я такой вообще первый раз вижу. Пикапчик, грузовичок стоит. Так, ну мы оторвались нормально. Все, победа. Тыщ. Большой прям стукнулись. Ну что у нас там? Первое место. Спасибо. А, и у нас кубок пустыни. Люблю пустыню. А, что у нас там по деталям горит? Так, 106 нужно, да, нам получается? Металлолом у меня. А, о, получить. У меня получается 5 вот этих штучек. И что оно дает? Например, машина. О, вот эту требуемую мощность для автомобиля у нас не хватает. А, но можно нам повысить. Повысить, например. А что мы здесь повысить можем? Ничего не можем повысить. А я хочу, например, вот эту штуку. Самоделка. Увеличение мощности с повышением потребляемого горючего. Ускоритель 10. Предельная скорость 1,5. Угу. 400 на 2 штуки. О, нет, ребята. Нет. Ладно, поехали. Поехали. Надо еще кучу денег. Там еще нужно кучу денег. Да, где я буду столько денег? Чтоб машинку до... мощностью 10 сделать. Ой-ой-ой-ой-ой, так, прям джинчик. Блин, а я хочу этот. Я хочу себе джип. Опа, отлично, отлично. Проект. Мастерский. Мастерский проект. Оп, монетки, спасибо. И финиш. Опа, разбились нафиг. Ладно. Поехали дальше. О, идеальный старт. Ну, да ладно. Поспешил я. Зашетку. Опля. Отлично. Так, кактус, кактус, вонючий кактус. И следующий поворотчик. Едем. О, бензик, 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 спасибо. И финиш. Отличненько. Отличненько, и еще раз. Все, теперь идеальный старт, конечно. Опа. Так, 18 секунд там в воздухе пробыли. Так, а где этот канистр? О, канистр. Хорошо. Проехали здесь. На них заработали. Так, тут тоже я хочу монетку собрать. И финиш. Ну все, должны нам первое место дать. Есть, первое место, клево. Так, чуть-чуть проехали, так. А, вот он и риф этот вонючий. Блин, как же мне его победить-то? Как же мне этот риф будет победить сложно? Это что такое? Блин, вот он джипик.
Ай-яй-яй-яй, какая красота. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, ладно. Поехали. Берем эту машинку. И едем. Так. Ух ты, какой ты чувак. Ну, такой же, как у меня машинка. Такой же, как у меня машинка едет. Блин, очень-таки быстрый. Очень-таки быстрый, чувак. Ладно, мы не дадим выиграть. Аж, ну, один какой-то. Ага. Ладно, вот финиш есть. Первая позиция у нас, замечательно. Дальше. Идеальный старт. Надо будет все-таки мне улучшить двигатель. Движок прокачать. Еще немножко. Третий гаджет поставить. Все, финиш. Дальше. А, все, превосходно, первое место.